Надеюсь, все готовы к квалификации. Судя по тем, кто выступил раньше, придется попотеть. Удачи. Мы попадем в Суперпол, Майкл. Помните, у нас есть Эрик, гениальный инженер. Верно. Что ж, и тебе тоже удачи, Эрик. Трудно, наверное, надевать гарнитуру на такую здоровую голову. У нас есть 6 минут, чтобы показать лучшее время. Прогрей резину и постарайся пройти круг за минуту. Погнали. Минимум до 80 надо прогреть. Немного дрифта дадим. Для лучшего прогрева. Шестьдесят процентов. Восемьдесят есть. А в общем круг мы проехали за 53 секунды. Запас есть для дальнейших этапов, если нам предлагают минуту. По 3-4 секунды будет добавлять. Ладно, приступим. Целевое время 56 секунд. О, 4 секунды. Уменьшили. Шесть болидов на трассе. Мы на третьем месте. Стартуем. Погнали. Так, Карифан из Бразилии, ты пропустишь? Уменьшаем скорость и на газ. На прямой. Двигайся. Хорошо зарулили. Пятьдесят секунд ровно. Почти без препятствий. 50 секунд чистых. Мы успеваем пройти еще только два круга, поэтому постарайся показать лучшее время и обеспечить себе попадание в Суперпол. Показать лучшее время круга.
6 болидов на трассе опять. 2,5 круга. Догоняем Раста. Соперника 54 секунды. На круге раз, наверное, 53 сделает, да, а мы на 2 секунды впереди. Так, ты пропустишь? Пропускает. Финиш 50 секунд 700. Так и есть. 600. А тут 600 показывают. И вот мы в Суперпоуле, проще простого. Да, Эрик, спасибо, что привел команду к победе. Если продолжим в том же духе, то, возможно, переименуем команду в твою честь. Пропущу твой сарказм мимо ушей и ловлю на слове. Команда Эрика звучит неплохо. У тебя первое место в Суперпоуле, поэтому сложно сказать, с каким временем мы сможем закрепить за собой первое место. Приблизительная цель 54 секунды. Удачи! Ну, 50 секунд мы могем. А тут 53,5. Все-таки. И 54. Погнали. Понеслась. Время пошло. Хорошо, заехали. Неплохо. И здесь пойдет. Доторможим на выходе. Без заноса. Погнали на финиш. Сколько? Рекорд? 53. 50 и 300.
проще простого. На ремонт. Проходим третий этап. $50 000 бонус, 10 голды, буквально на сотой доли, но наше время все же обошли последние два пилота. Это какие же? Тем не менее, сегодня мы стартуем с третьей позиции. Молодцы, отлично, потрудились.